Представителей всех факультетов вуза собрала во внутреннем дворе торжественная линейка. Ее участники в своем большинстве выпускники, юноши и девушки, которые завершают обучение и отправляются во взрослое самостоятельное плавание. Университет работает, готовит кадры для нашей страны в соответствии с потребностями в первую очередь нашего региона. И сегодняшний последний звонок, который стал уже доброй традицией в нашем университете, как раз говорит о том, что университет готовит хорошие кадры, студенты благодарны. И вместе с тем мы им говорили, что главное помните, что где родился, там и пригодился. А в нашей стране есть много возможностей для того, чтобы вы себя реализовали в полной мере. Университет работает в нужном режиме. Почти 800 студентов дневной формы получения образования сегодня заканчивают обучающий процесс, и именно для них звучит последний звонок. Среди них и те, кто приехал за знаниями в нашу страну из-за рубежа. А это 92 студента. А это говорит о том, что в Беларуси качественное образование. Все студенты-иностранцы подтверждают дипломы университета нашего, значит, и нашей страны у себя на родине. Для них звучат хорошие, добрые, напутственные слова. И, конечно, самый важный лейтмотив, который звучал, это благодарность со стороны студента в адрес профессорско-преподавательского состава университета. Родители наших студентов приехали специально сегодня на последний звонок и говорили добрые слова в адрес преподавателей университета и, конечно же, желали своим детям успехов в будущей профессиональной деятельности. Выпускники вуза успешно реализуются в профессии и добиваются высоких результатов. Это отметили представители городской вертикали власти в лице председателя Совета депутатов Николая Красовского. Главное напутствие для них сегодня – не бояться трудностей и всегда идти по жизни с высоко поднятой головой. Очень важно, что, вернувшись на свои рабочие места, молодые специалисты будут вносить вклад в развитие нашего города, в подготовку его к тысячелетнему юбилею, будут творить настоящее и будущее нашего города и нашей области. Огромное им пожелание успехов на их жизненном пути, чтобы у них все получилось, чтобы они состоялись и как специалисты, профессионалы, и чтобы они состоялись как просто люди в своих семьях счастливых, в тех коллективах, где они будут работать. В добрый путь, молодые специалисты. Всего порядка 800 юношей и девушек покидают в этом году стены Пушкинского вуза. Прощаться с любимыми педагогами, наставниками, конечно же, грустно. Но молодые люди знают, впереди новая история. В университете ты сталкиваешься более тесно уже со взрослой жизнью, с взрослыми решениями. И поэтому этот период запоминаешь своими первыми жизненными уроками. Студенческое беззаботное время. Почему его называют беззаботным? Потому что можно путешествовать, можно совершенствоваться. И ты учишься, обретаешь профессию, что очень важно. Этот выбор ты делаешь осознанно, и если ты его сделал правильно, то 4 года пролетают как один день. И это удивительно. Удивительное время, чудесные годы. Именно так говорят студенты о годах обучения в Пушкинском университете и добавляют. Дальше будет еще интереснее.